Под Покровом легковушка влетела в бетонное ограждение и перевернулась. Авария произошла примерно в 7:30 утра на 104-м километре трассы М7 в Петушинском районе, недалеко от поселка Нагорный. По информации дорожных полицейских, 46-летний водитель грузовика «Фотон» направлялся в сторону Москвы. В момент перестроения на соседнюю полосу не уступил дорогу легковому «Рено» под управлением 31-летнего водителя. В результате легковушка наехала на бетонное ограждение и перевернулась. Водитель «Рено» отправлен на амбулаторное лечение.